привет из аэропорта. Или аэропорта, как правильно. Сейчас 4:46. И у нас вылет уже в 6 утра. И мы сделали чек-ин и пошли теперь проходить главный, вот у нас паспортный контроль. Александра, главный человек, едет. Да, в общем, что-то немножко мы опаздываем, тормозим, если честно. Надеюсь, там не будет большой очереди. Стоим в очереди на паспортный контроль. У нас осталось полчаса до закрытия посадки. Тут дофига народу. Александра стоит в очереди. Да. Вот мы уже прилетели в Орландо. Всего 2 часа, и мы здесь. Сейчас мы идем на поезд, потому что в Орландо, чтобы получить багаж, нужно сначала на поезде проехать. Вот так вот идем. Мы, кстати, с корситом. Дождь как будто бы, да? Наконец-то мы вышли из аэропорта. Что-то так устала. В общем, вынуждены идти искать шаттл до аренды машины. Мы потому что берем машину в аренду. Надо мне себя подальше снимать, а то я выгляжу что-то так себе. Мы сегодня встали в 2:10, я встала. И, конечно же, не спала в самолете. Александра, кстати, поспала часик. На взлете уснула и час до 7 утра поспала, а потом она целый час, мы ее развлекали, там стюардессам она улыбалась, ну, в общем-то, нормально прошло, могло было быть и хуже. Нет, нам дали машину, мы так долго ждали, просто капец. И Тима был не рад, нам дали Nissan Altima. Тима сказал, что за отстой. Ну, придется ему помучиться на отстой поездить, да, Александра? Нам же ненадолго, скажи, нам ненадолго. Александра спит. Мы пришли на завтрак. Как место называется? International House of Pancakes. И тут всякие панкейки, блинчики. Вот, сейчас будем завтракать. Мне кажется, такое типичное место американское для завтрака. Во всех фильмах всегда, знаете, есть как будто полицейские заходят и идут на завтрак. И как раз так примерно это все и выглядит. Итак, смотрим, что мне принесли. Вот такие вафли и куриные палочки с сиропом надо полить. Филипп, а что, Филипп, у тебя здесь? Не знаю. Сам не понял, что ты сказал. Это омлет в блинах. Вот такие классные блины, я прям чувствую, как я их уже попробую. Тим, что у тебя здесь такого, ты уже ешь? Буррито и панкейки. Очень вкусно выглядят. Это тоже панкейки, но у Тима шоколадные, и у мамы еще омлет. Батя, всем приятного аппетита. Как вы думаете, почему в Флориде такой асфальт светлый? Он выгорает? В общем, мы погуглились и обуглились. И решили, что... И прочитали, что, оказывается, асфальт здесь светлый для того, чтобы он не нагревался. Вот это новость. Ехали мы, ехали, и наконец доехали! Мне уже посылка пришла. Не успела я приехать, а мне уже посылочки. Вот, пожалуйста, вот так вот эта посылка меня тоже пару дней ждет. Вообще-то я сейчас сниму, знаете, как в передаче по MTV по домам было. Типа там, добро пожаловать. Сейчас, все будет. Здравствуйте, добро пожаловать в наш дом. Спасибо, с удовольствием. Пошлите, пока, покажу. Здесь первая комната, здесь будет жить мама. Я согласна. Здравствуйте. Идем дальше. Обратите внимание, зал, телевизор большой, можно смотреть фильм. Здесь у нас кухонная зона. Кухонная зона, Александра тут уже будет готовить у нас. Ты будешь готовить? Буду, скажи. Готовить будем. Здесь у нас еще одна спальня. Пройдемте, пожалуйста. Мастер-бедрум. Здесь спальня. Ой. А здесь еще туалет, ванная своя. А также гардеробная. И еще одна гардеробная. Даже кроватка детская. Кроватка детская для Марка. И горшок, обратите внимание. Угу. Теперь пошлите сюда, здесь еще... Держите, пожалуйста, строго горизонтально. А, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Значит, здесь темно. Подождите, сделаем светло. Опачки! Вы где там? Здесь мы. Вот. Это Тимина комната. А здесь будем спать мы. Александра, это твоя кровать.
Будешь спать с мамой и с папой. Здесь у нас еще туалет. Пойдемте. Я покажу Соня, вам... тебе риэлтором надо работать. Я покажу вам то, что есть только во Флориде. Подождите, закрыто. Сейчас открою. Ниночка вышла. Вот, заходите. Ура! Это вот. Называется Флорида Рум. Видите? Орхидеи красивые. А здесь новый гриль. Будем жарить. Да. Будем что-то жарить. Загорать. Да, тут можно загорать. Еще мы надуем бассейн. Для Александра. А для меня? И для маленького Марка. Для нет, там только помочить ноги. У нас первый день, мы выспались и пришли на пляж. Идем на наш любимый пляж. Тут такая дорожка идет через... Мама идет. Дорожка идет к пляжу через такие джунгли. Смотрите, тут написаны инструкции, что нельзя делать. И вот, кстати, здесь есть вот такое обратное течение. Я, кстати, до океана про такое не знала. Если что делать, если ты попадешь вот в такое течение. Целая инструкция дана. А у Александры мы купили вот такую палаточку. Она там сидит, играет игрушечками, да? Держи. Вот. Лови, лови, лови. Доброе утро, друзья. Сегодня у нас третий день нашего отдыха. Время 9 утра. Да, мы с Александрой вышли погулять. Сегодня тепло, 28 градусов и ветерок. От этого не жарко, поэтому погода просто шикарная. Вот с ребенком, мне кажется, это лучшее время с маленьким ребенком поехать во Флориду. Потому что мы ездили как-то в мае, и в мае уже было прям жара. Смотрите, здесь, кстати, рядом прямо пожарная станция. Стоят пожарные машины. Наверное, там красивые пожарные, но мы их не видим. Пожарные всегда сами предлагают залезть в машину, посмотреть. Александра, ты что не залезла в машину посмотреть? Да? Так вообще. Не захотела машину пожарную посмотреть? Вот, смотрю, скажи. Мы приехали. Специально это называется State Park. Как по-русски? Как это будет по-русски? Государственный парк. В общем, мы здесь... Будь здоров! Здесь лагуна и нет волн. Поэтому мы сюда и, в общем-то, и приехали, чтобы немножко Александру окунуть. Сейчас посмотрим. Надеюсь, там действительно нет волн. Так, здесь вот такой красивый проходик. Да, Александра, ты хочешь окунуться? Тут нет волн, мы окунемся. Это лагуна, и в эту лагуну очень часто выплывают всякие птицы красивые и дельфины. Ой, какие мы красотки! Как дела, девочки? Как дела, мои хорошие? Да? Александр первый раз плавает в океане. На кораблике сразу же, да? На кораблике? Довольно ей нравится. Немного перевешивает. А так нравится. Новый день, сегодня суббота. И мы приехали в зоопарк, в какой-то маленький, точнее, да, это как ферма. Все посмотрим. Да, и посмотрим.
Мы что-то пока не поняли, вот что тут по входу, похоже, что за донейшн, то есть просто сколько положишь, столько положишь. Но я знаю, что здесь должна еда продаваться, чтобы кормить. Первый экспонат — гигантские черепахи. Они просто огромные. Офигеть, да. Я думала, они не настоящие каменные. Короче, прикиньте, это скунс. Я думала, что они страшные, а этот красивый. Он вообще спит. Еще его зовут Тюльпан. Что хочу сказать. Тут, конечно, прикольно. Но так все, знаете, аутентично. Но очень жарко. Мне так жалко животных. Они бедные лежат. Вот лама, например, она вся в шерсти же, да? И лежит. Прямо вот как будто бы уже еле живая. Мне кажется, ей надо было бы какой-то закрытый вольер. Очень жалко ее, жалко животных, когда такие условия. Александрик стоит. Ты молодец. Ты стоишь. Держись, не падай. На чили на расслабу. Вода вообще кайф. Теплая. Залезай. Да, сейчас залезу. Ну что, что вы хотите сказать этому миру? Я во Флориде, на океане. Чем не океан? Да. Ну скажите, плохо что ли? Да. Александра спит, я чилю. Да? Мне всегда еще бока. Тут пеленки висят. Не снимай. Сняла немножко. Тут другие пеленки. Тут динозавры ходят. Рыбы где-то валяются. Да, ну вот так вот. Кайф. Флорида. Кайф. Да. Да, так да. Ну, наверное. Не порви. Да, вот так. Вспомним былое. Все, хватит. Синхронисты уже не те. Мы приехали кататься на джетски. Кстати, напишите в комментариях, что такое джетски, как вы думаете. Потому что в России, я знаю, это называется абсолютно по-другому. Вот мы пришли кататься. Смотрите, сколько здесь лодочек всяких припарковано. Их можно, кстати, в аренду брать. Я не помню, не очень дорого, чтобы так прям критично. Вот, а мы будем кататься вот на, по-русски называется гироскутер, кажется. Напишите мне, если я права. Здесь называется джетски. Надо заполнить кучу документов там всяких. Путешествие началось. Так провожают пароходы. Совсем не так, как поезда. А вы, Соня, втроем там разве? Нет, вдвоем. А Тимофей? Мы покатались, было очень круто вообще, просто кайф. Я переоделась уже, что была вся соленая и мокрая, и мы пришли в кафе теперь отужинать Александра. Спит в колясочке, я ее катаю. Собираемся есть что-то из морской еды. Вот мы здесь сидим, мама, Тима, Филипп. И там у нас залив. Очень красиво. Вот такой красивый вид из этого ресторанчика. Смотри, как птица сидит. Ага. Так это пеликан. Да, точно, это пеликан. Итак, нам принесли вот такую рыбу. Махи-махи. Тима, что у тебя? Крылышки. У Филиппа лобстер. Сэндвич лобстера. У Дашки тоже. У Коли. Бургер. А что у Марка? Сок? А у вас с Марком ничего. У вас каша гречневая. У Александры каша гречневая. Да? Ну вот уже понедельник, и ребята уезжают от нас. Даже как будто бы даже рада немножко. Нет, я не рада. Я просто
Это у меня истерический смех. Да. Вот, вот Марк не хочет выходить из-под Марк, кресла. Нет? Он с нами остается. Поехали, пока-пока! Сегодня у нас последний день в Флориде, и мы вышли погулять с мамой и с Александрой. И у нас тут идут разговоры. Первый вопрос. Почему люди говорят, что у нас не последний, а крайний день? Мне кажется, это странно. Ведь очевидно, что последний день во Флориде, я говорю, это не значит, что все, я больше никогда не приеду. Конечно, я приеду. И еще у мамы к вам вопрос. Что бы вы хотели, чтобы вам привезли такой небольшой сувенир из Америки, такой какой-нибудь чисто американский? У меня такая идея возникла, может быть, M&M's тут есть разные вкусы. Ну, что-нибудь вот такое маленькое. Что бы вы хотели? Вот гуляем во Флориде, и обратите внимание, я вам показывала в прошлом влоге, как выглядит там нейборхуд Вирджинии, как дома выглядят. И сейчас показываю, как выглядит во Флориде. В общем, что я хотела про дома рассказать. Кстати, вот это отдельный дом. В смысле, это участок, он живет в трейлере в своем. Здесь дома не похожи на дома в Вирджинии, они каменные, они строят прямо... В Вирджинии дома из дерева, а здесь из камня. Ну, из песка, видимо, из блоков, да? Да. И они совершенно по-другому выглядят. Смотрите, мороженщик мороженое привез. Сколько стоит мороженое? $3. Hello! Да. Можно, можно купить мороженое вот так вот. Просто как в фильмах, знаете, вот эта музыка из фильмов ужасов. Даже не помню. Музыка из фильмов ужасов, и ты такой просто... Он останавливаешь, ты его машешь, он останавливается, и ты покупаешь мороженое. Не уезжаем. Завтрак чемпиона. Мальчика ждем. Чемодан стоит. Мама стоит. Я пью кофе. Ну, что делаешь? А? Все, поехали домой. Надыхались? Ну... Ну что, друзья, сегодня вторник, утро, и это конец нашего отпуска. Мы уже в аэропорту, ждем посадки. Через 20 минут у нас посадка. Как тебе отпуск во Флориде? Отлично. Понравилось? Мне тоже понравилось. Погодка. Да, было все классно. Ребята, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне всегда очень-очень приятно. И пока-пока!